Сегодня молодежь города угостила семичан горячим чаем. Так как морозные дни уже наступили, ребята намерены на постоянной основе помогать горожанам греться на остановках и тем, кто, несмотря на погодные условия, работает на улице. В рамках акции «Семи город добра» молодежь планирует также организовать бесплатное такси в морозы и помочь старшему поколению с вывозом снега. Рахмет! Первые морозы уже дают о себе знать, но молодежь города решила проявить заботу о горожанах. Сегодня они в общественных местах раздавали горячий чай и угощения. Ребята организовали такую акцию в рамках проекта «Семей город добра». Идея пришла спонтанно, говорят ребята. Главная цель – оказать горожанам маленькую, но очень нужную помощь. Семей қаласының жастары. Молодежь города и активисты молодежного крыла «Жасутан» не только проводят собрания и культурные мероприятия, но и оказывают посильную помощь. На остановках, в общественных местах мы раздаем горячий чай и тем, кто работает на улице, несмотря на погодные условия. Впервые мы проводим акцию «Семей город добра». Такой инициативе молодежи горожане рады. Для многих это было приятной неожиданностью. Благодарность они отмечают. Сейчас подрастает достойное поколение граждан. Было бы хорошо, если бы это нашло свое продолжение. Мы часто на остановках ждем автобус и можем замерзнуть. Уверена, это очень хорошее начинание. Проявляйте чаще милосердие и заботу о своем народе. Все прекрасно, все хорошо. Я даже не ожидала это самое. Слов нету. Дай Бог вам всем здоровья, благотворительность, пусть она продолжается. Стоит отметить, что акция на этом не заканчивается. В морозные дни ребята будут по очереди выходить на остановки с угощениями и горячим чаем. Также они планируют организовать бесплатное такси и помощь старшему поколению с вывозом снега. Бахытгуль Казез, Ернур Калелов, телеканал «Семей».